Тысячи бегунов пробежали последнюю милю бостонского марафона, который в апреле был прерван на заключительном этапе из-за двух взрывов. В мероприятии приняли участие и некоторые люди, пострадавшие в ходе теракта. Тогда 3 человека погибли, а более 260 получили ранения. Забег, который получил название «Последняя миля», стартовал на площади Кенмор. Участники пробежали всю дистанцию до финиша. К забегу присоединился и известный американский бейсболист Шейн Викторина. Здорово, что мне представился шанс принять участие в этом спортивном мероприятии и таким образом поддержать атлетов. Меня переполняют эмоции. До начала забега хор из Бостонской церкви исполнил национальный гимн США. Многие бегуны были рады тому, что могут поучаствовать в этом мероприятии. Чувствую себя превосходно. Я пробежала дистанцию, и это был прекрасный опыт. Это невероятно. Вы излучаете столько любви. Мне хочется всех вас обнять и перецеловать. А в забеге приняло участие даже больше людей, чем я ожидал. Хотя целью мероприятия не был сбор средств, благодаря поддержке спонсоров удалось компенсировать затраты на организацию забега. А остаток средств будет перечислен благотворительным организациям, оказывающим помощь жертвам терактов.